TikTok Girls. Все, не посылку скрой, чтобы никто. Ну вот она должна быть скрытой, брат. Помнишь, ну, я давай, же там аккуратно. Обязал. Покажешь хоть ее на чуть-чуть, можешь закрывать сразу. Нет, не показал. Все, заебись. Все, супер, сода, поехали, поехали! Смотри, брат, можно стегнуть, я не прошел тест накид. Вообще похуй, брат. Поехали. Он реально тяжелый был. Итак, но если что, я вообще не. Ну, я типа, я знаю девочек тиктокерш, но я их чисто в инсте. Ты самое главное, не обижай, брат, и все. А, давай ты, который выиграешь, трахнешь. Играешь так? Отменить. Давай ту, которую выиграешь, типа попроще, чтобы ты отвязал. Давай так. Бля, жестко, слышь. Скажи, типа, если что, я бы мог так угорать, если бы у меня, ну, типа, и так меня не считали вообще конченным чувачком. Ну, я тебя не считаю конченным чувачком. Брат, я знаю, но я не. Давай, если я выиграю, ты меня сосёшь. Мне нравится твой трек. Вот. А ты считаешь деньги в моём. А мне понравился твой последний трек. Я когда-нибудь уйду. Я выведу с ней задачу. Ты, кстати, тату так и не вывелся лица. Давай, сука, выбирать уже. Давай, ты должен кликать на картинку, кто тебе нравится, и комментировать, почему, за что. Короче, ладно. Первое. Мне нравится София больше. Почему? Она какая-то такая таинственная. А вот это смотри, какая игривая, у нее какие волосики интересные. Она какая-то таинственная больше. То есть нравится женщина-загадки. То есть нравится трапчики. CS GO Fast – это старейший сайт в индустрии. Огромное количество режимов, множество модов, постоянные розыгрыши и ивенты. Крутая система рангов и бонусов, возможность пополнения скинами и отличная реферальная система. Не забывайте про подарки постоянным пользователям. Промокод на халявный бакс под видео. Ну, на трапе, который тусует. Типа на трапе, типа трап. Который слушает жанр рэп вот этот, да? Да, это да, такой, брат, жанр музыки, типа. Так, на Софию тыкаю. Давай. А прикинь, она не София, а София. И она обидится и... И скинет тебе просто... Что делать дальше? Сейчас твой аккаунт грузится. О, нихуя. Я что-то нажал. Но я и так нажал бы на... Кого ты выбрал? Ты бы выбрал Гаврилина. Юлю 100 пудов, конечно. А что, тебе не нравится? Нет, первый. Не знаю, мне блондинки очень нравятся. Ты не уважаешь, типа, которая слева была? Я не знаю, кто это был. Не, то есть ты вообще похуй на нее, да? Только чтобы она сейчас пришла к микрофону своей, просто засадила тебя, блядь. Типа рэп-баттл с ней хочешь? Не знаю, нет, просто, короче... Мы можем написать на версию. Походу, слышишь, сайт снизу. Блядь, без ссылки даже? Не-не-не. О, вот здесь такой выбор. О, нихуя себе. Ну, я вот это выбираю. Блядь, такая шлюха вообще. Ну да, она ее легко, блядь, получить. Честно, это падшая женщина. Я ее знаю, она нормальная. Именно, знаешь, это вообще скучно. Да она нормальная, блядь. Это именно, когда очень скучно. У нее какого-то хуя во рту не было. Так, ну тут я снова выбираю вот блондиночку, просто потому что мне нравятся блондинки. Ну, хорошая, да. Ты что, полюбил бы? Не знаю. Далее, давай быстрее. Блин, мне нравится выбирать тиктокер. Тебе нравится выбирать тиктокер? Да. Ну ты был с какой из этих дуэтов снял? Блин, бро, я бы вот с которой до этого была две назад. Не помню. Она сейчас выпадет еще, брат. Ну, она, короче, дальше будет. Короче, я нажимаю. Это у тебя сейчас турнирная сетка, понял? Потом сужаться будет круг. А. То есть это так работает. Нормально. То есть, да, по чуть-чуть круг сужается. Так, чё оно так медленно, блядь, работает? Ну потому что все равно некоторые люди знают название сайта и зачем-то вот делают вот это. Да, бля, чуваки, вы заебали, можно просто мне посмотреть, выбрать тиктокер? Крашат нахуй, то есть знают название, то есть они спалили ссылку, но дебилы просто знают. Они, я так понял, все знают, понял? Да. Вообще, весь сайт, они вообще какие-то лютые. Что, съёбаемся? Подожди, еще они нашу ссылку конкретно не видели, то есть они не могут IP вытащить. Но они нажать могут целый сайт уронить. Да, сайт могут, да. Нажать на это? Да, да, давай. Продолжится, типа, все равно. Пиздец, они нахуя это гандоны, делают вообще? Гандоны, бля, Вася, им вообще... Чуваки, вы обламываете кайф. Им нечем заняться. Вот тогда у меня, слышишь, у меня есть другая игра вообще разъебистая. Какая?